Дубовую рощу на день заполонили купидоны. В день всех влюбленных крылатые волшебники учили запорожцев признаваться в любви, помогали найти свою половинку, а самых смелых даже женили. Что из этого вышло, знает Полина Спасенко. Правило номер один – петь песни только о любви. Правило номер два – больше улыбаться и не стесняться самых светлых чувств. Такие законы в честь Дня Святого Валентина учредили в Дубовке. Праздничное настроение гостям дарили молодые запорожские таланты. Пели, оригинальничали, устраивали конкурсы для влюбленных пар. Заодно приглашали желающих признаться в любви прямо на сцене. Гость праздника Валентин тоже отважился на решительный шаг. Своей девушке Насте к празднику подготовил трогательный подарок – щенка. Хотелось что-то подарить такое, чтобы осталось на всю жизнь, как память. Не ожидала такого собачку. Конечно, рада. Главное, чтобы все остальные дома были рады. Для тех, кто еще не нашел свою пару, организаторы устроили стол тайм-дейтинга, или, проще говоря, быстрых знакомств. Правила здесь простые. 10 парней и 10 девушек по очереди знакомятся друг с другом. При этом одно мини-свидание длится не более 5 минут. Пообщались 5 минут, пересели, а так вот парни проходят весь круг девушек, то есть каждый за все время за круг успевает узнавать нужную информацию. У каждого участника есть анкета, в которой он делает свои пометки, понравился ли определенный человек или нет. Если данные в анкетах совпадают, мы их успешно обмениваем личными данными. Оформить свои чувства желающие могли тут же. Неподалеку от стола знакомств расположился импровизированный ЗАГС. Там все по-настоящему, уверяют организаторы. Сначала клятва, потом свидетельство о браке. Невеста, готовы ли вы покупать ему подарок в виде нижнего белья себе? Обещаете ли вы не опаздывать, а максимум задержаться на 5 минут? Виктория и Дмитрий женаты уже почти полгода, но решили еще раз посетить дворец бракосочетаний. Демонстрируют документ, который вручил Купидон. Властью, данной Святым Валентином, объявляем Дмитрий и Виктория законными супругами на один день. Надеемся, что у нас будет на всю жизнь. Мы недавно поженились, решили... Захотелось вновь испытать эти ощущения. Да, очень было необычно и нам интересно. Очень понравилось. Да. Были в Дубовке и другие сюрпризы. Бесплатные фотосессии для молодоженов, доска знакомств, сувениры от запорожских мастеров. Праздничную программу организовал Гордепартамент образования и науки совместно с Жовтневой райадминистрацией и руководством парка. Мы учимся проводить мероприятия и праздники, не тратя на это бюджетных средств, не тратя на это даже средств самого парка. Мы просто находим заинтересованные стороны, потому что любой талант нуждается в сцене и в улыбках зрителей, и в овациях. Зрители нуждаются в том, чтобы слышать приятную музыку и талантливые выступления. Сейчас идет война, но у кого-то сейчас детство. Вот, а кто-то сейчас влюблен. И поэтому для них тоже должно быть их место под солнцем. Организаторы надеются, что торжество станет доброй традицией на долгие годы. И, может быть, для кого-то этот праздник станет началом настоящей любви.